Откуда пошла фраза «проклятые поэты»? Артюр Рембо, Стефан Мулларме, Тристан Корбье. Сейчас имена этих поэтов известны во всем мире, но в 19 веке они были не особо популярны даже на родине. Слава пришла лишь в 1884 году с выходом статей. Их общий знакомый и товарищ в поэтическом мастерстве решил отдать дань уважения и открыть массовой публике неизвестные таланты. Им был Поль Верлен. Название цикла статей, хотя и использовалось ранее, но только после их публикации окончательно вошло в обиход. Так стали звать поэтов, чья жизнь и искусство находятся вне или против своего общества.